А потому что я замечательный товарищ Шереметьев Василий Федорович. Вы какое-нибудь отношение к службе ДПС имеете? Разумеется. Какое? Самое непосредственное. У вас есть служебное удостоверение? Как бы нет. В салоне автобуса находился совершенно пьяный гражданин в форме сотрудника ДПС, который, свернувшись калачиком, безмятежно спал на одном из сидений. При проверке у него документов было установлено, что он никакого отношения к службе ДПС не имеет, и для дальнейшей проверки был доставлен в отдел полиции Ивановская. Задержанный представился просто Василием Федоровичем Шереметьевым, а место своей полицейской службы и должность он, само собой, указать затруднился. Вы какое-нибудь отношение к службе ДПС имеете? Разумеется. Какое? Самое непосредственное. У вас есть служебное удостоверение? Как бы нет. В дальнейшем выяснилось, что задержанный ранее уже судим по статье Уголовного кодекса о подделке документов и, возможно, именно удостоверение сотрудника полиции. А теперь, похоже, весельчака ничуть не смущает ни факт его задержания, ни перспектива административного наказания за мелкое хулиганство в виде денежного штрафа или даже административного ареста на срок до 15 суток. А потому что я замечательный товарищ Шереметьев Василий Федорович. Поскольку впоследствии, даже протрезвев, Василий Федорович не изменил ни манеры своего поведения, ни аргументации своих поступков, его решено было направить на психиатрическую экспертизу.